Всем хай! С вами я, Магистр, и сегодня мы будем играть игру под названием Minecraft. Как вы поняли, это версия 1.16.5. Сегодня я буду играть на сервере maxworld.net. Правильно, сервер. Чё, погнали? Все, я уже запустился и иду на Эмеральд. Неудобно. Вроде все норм. Так. Смотрите первое. Баланс у меня очень малый. Ну, как всегда. Как поняли. И сейчас мы будем, знаете, что строить? Вы просто офигеть. Будем сегодня строить дом. Да, сейчас кто-то скажет, что крутый. Но я могу только одно сказать. Сейчас быстренько находим территорию. И мы начинаем строить дом. Видишь, эту шатан машину? Видишь? Вот просто обычная палка. Сейчас мы тут сделаем быстренько территорию запрягать. Ну, примерно за пару секунд. Смотрите, раз, два, три. Ну вот мы сделали площадку. Ну, как всегда, короче. Сейчас будем строить красивый дом. В скобочках нет. Ну, или да. Просто начинаем. Пожалуй, начинаем. Вот, вот мы пока сделали вот такой каркас. А внутри, вот в этом красивом месте, вот тут внутри, мы сделаем такое слово, как декорация. Ну как декорация? Ну да, декорация, типа столы, комнаты, спальня, ну и так далее. Короче, продолжаем. Вот такая ляпота у нас получилась, вот такая комната, такая простая, ну. Такая простая комната. Такой выходишь и видишь вот это красивое место под названием туфта. Короче, вот здесь мы сейчас будем делать
зал, что ли, или что-то типа такого. Надо подумать. Я решился. Мы будем тут строить зал. Вот. Короче, продолжаем. Получилось вот этой красивой кухня какая, ну кухня, я специально вот сейчас хочу сказать, ты не делаешь сейчас кухню, но вот тут компьютер, тут это вот компьютер, телевизор рабочий, думаю, и тут кухня как раз, вот можно плиту включить, здесь просто работает как будто пыль, а на самом деле это работает жопа. Тут там можно что-то скрафтить, там карту, тут сидеть можно, попердеть, вот так сел, вот так попердел немного, встал, и все нормально. И последние штрихи, что я хочу сделать, так это, угадайте, второй этаж, просто второй этаж, и все, можно ничего не надо. Ну ладно, погнали. Ну вот и все. Это была последняя наша, ну как сказать, наша, ну да, наша домяра. Дом получился нормальный. Вот из говна получился вот такой шедевр. Ну это круто просто. Короче, в следующей серии мы будем строить уже, угадайте что, замок. Целый замок трехэтажный. Так что не забудь влепить свой царский лайк и подписаться на канал. И поставить колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Или ты мажор? Нет? Если не мажор, то подпускай снизу и подписывайся. А так, всем пока. С вами был я, магистр-строитель.